тема уединения, она настолько велика и большая, и как у художников, у фотографов, и у поэтов, у писателей. Все великие произведения в искусстве, мы все знаем, если просто задумаемся, рождались в уединении. То есть все великие произведения абсолютно. Только уединившись, можно собраться, прийти к каким-то определенным мыслям, прийти к желанию что-то такое красивое написать. Даже уединившись, этот прекрасный росток цветет и радует.